Выборы депутатов, местные советы, а также глав муниципалитетов прошли в воскресенье на Украине. Их рассматривают как индикатор популярности президента Владимира Зеленского. Результаты его партии покажут, как изменилось к нему отношение украинцев. На прошедших ранее всеобщих выборах сторонники главы государства получили большинство мест в парламенте. Но предвыборные опросы показали, что разочарование избирателей новыми лицами, череда скандалов, в которых оказались замешаны депутаты правящей партии «Слуга народа», и сомнительные успехи властей в борьбе с коронавирусом привели к тому, что рейтинг Зеленского и его соратников резко упал. Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко проголосовал вместе с женой Мариной, которая баллотируется в Киевсовет. Он сказал, что отдал голос за силу, которая реализует движение Украины в Евросоюз. После голосования избиратели могли по желанию ответить и на 5 вопросов, вынесенных на всенародное голосование, в том числе о целостности страны, создании свободной экономической зоны в Донбассе и об отношении к свободной продаже каннабиса.